расположение наших частей в Луганской области, видел, какой настрой, насколько за год изменилось просто само поведение мужчин, отношение к своей миссии. Буквально через месяц будет уже 1000 дней, такой длинный срок, как идет спецоперация, 1000 дней. И ребята уже такое длительное время находятся в зоне риска, в зоне боевых действий, выполняют действительно важную задачу по поддержанию именно мира. Таким образом, через войну сохраняется мир. И общаясь с людьми, проживающими в городе Кировске, это город, которому помогаем, который находился в нескольких километрах от линии фронта до 22 года. И мэр Кировска говорит, надо бы женить. Настолько все было готово к тому, чтобы снести всех этих жителей Донбасса, Луганской области, юга России. Это просто уже, если бы не российская армия, эти люди просто уже не существовали. Вот такой был настрой. Ну, мы понимаем, с кем имеют дело наши ребята, с кем имеет дело наша страна, это фашисты, ничем не прикрывающие свое истинное лицо. И, конечно, победить такого зверя, это необходимо мужество, героизм, профессионализм. То, чем обладает наша армия, то, чем обладают наши ребята, я хочу выразить им уважение и, конечно, поблагодарить семьи за ту поддержку, которую вы оказываете, иначе бы ребятам было невероятно сложно. Они чувствуют этот щит, и общаясь с ними, они всегда с большой теплотой говорят о семьях, они с большой теплотой говорят об Ангарске, поэтому это настоящие патриоты страны, настоящие патриоты нашего города. Поэтому хочу пожелать семьям терпения, еще раз терпения. Ну а ребятам живыми и здоровыми с победой вернуться как можно быстрее в родные семьи, в родной город.